Привет, это канал IT User Help, и в этом видео я хочу рассказать о настройках монитора вашего компьютера или ноутбука, или дисплея ноутбука. Прежде всего, хочется сказать, что всегда нужно настраивать монитор на максимальное качество, которое он позволяет. То есть устанавливать максимальное разрешение, максимальную частоту обновления. И если какие-то есть дополнительные функции у монитора, то есть уже от производителя зависят, типа ночного света, либо контрастность, их тоже нужно устанавливать, так как это напрямую, от этого напрямую зависит то, как быстро ваши глаза устанут. И вообще безопасное зрение от этого очень сильно зависит. Многие люди по незнанию, имея хороший монитор с разрешением Full HD или даже выше 4K, пользуются настройками для куда с худшим качеством HD или Vega, то есть просто по незнанию, либо по какой-то еще причине. Поэтому нужно, сейчас я покажу в видео, как установить максимальное качество вашего монитора на примере операционной системы Windows 10. Для этого нам нужно зайти в пуск, настройки, параметры. И здесь нужно выбрать в систему зайти. И первым пунктом у нас дисплей. Ну, яркость. В принципе, яркость тут уже по желанию устанавливается и в зависимости от освещения. Как бы сильно на качество оно не влияет. Тут кому как. Далее, что нас интересует, прежде всего, это разрешение. Разрешение, если нажать на вот эту место, то выпадет список всех доступных разрешений. Соответственно, от самого маленького, от самого худшего и до самого максимального, который позволяет конкретно этот монитор. То есть это не означает, что вот это разрешение это самое максимальное, которое существует. Существует и больше, но на конкретно этом мониторе это максимальное разрешение. У вас может быть, например, что-то даже больше, 2000, там на сколько-то, либо меньше. Например, вот такое максимальное ваше. Ваша задача выставить максимальное значение из этого. Либо проверить, стоит ли оно. Это делается легко. Либо вот так. Вот, я сделал разрешение. Отменить. То есть я поставил меньше разрешения и сразу заметно качество стало хуже. Ставим максимальное. Блокировка вращения, несколько движений. Вот, но это еще не все. Разрешение это не единственный, это основной, но не единственный параметр, который отвечает за качество картинки. Нужно еще, есть такой параметр, как частота обновления. Опять-таки, чем выше частота, тем лучше. Тем это как бы незаметно. Но как при долгой работе глаза ощущают разницу в частоте обновления. Поэтому заходим в дополнительные параметры дисплея. Свойства видеоадаптера для дисплея внизу. Здесь вот показано, в принципе, нынешнее состояние, которое характеристики. Здесь показано, что разрешение экрана Full HD, частота обновления. Здесь 60 Гц. 60 это как бы маловато, но здесь на моем ноутбуке это максимальное, что позволяет. Если есть возможность поставить больше, надо ставить больше. И при выборе монитора, если есть возможность купить с большим разрешением, 100-120 Гц, лучше брать такое. Свойства видеоадаптера для дисплея. Заходим. Так. Не заходит. Сейчас зайдет. Дополнительный. Тут уже открылось много, хорошо. Свойства адаптера. Вот оно открылось на заднем плане почему-то. Тут нужно выбрать список всех режимов. И опять-таки, здесь это режимы уже настройка видеокарты. Поэтому здесь как бы более расширенный, чем просто операционная система дает. И вот здесь все список всех режимов, которые поддерживают видеокарту. Опять-таки, нужно выбрать максимальный. Максимальный здесь находится внизу. Там был вверху, здесь внизу. То есть максимальное разрешение,
максимальное количество цветов. Выбираем и максимальную частоту. В моем случае это Full HD, 32 бита цветность и 60 Гц частота развертки. 60 Гц. Если у вас здесь есть больше частота, 100-120 Гц, выбираем ее, выбираем максимальное качество. И нажимаем ОК. ОК. Окей, окей, все. В данной ситуации у нас теперь максимальное качество дисплея, которое позволяет ваш монитор. Соответственно, и максимальная безопасность, и меньше всего глаза будут стоять. Еще можно поставить такой параметр, как ночной свет. Ночной свет. Это параметр появился у Windows 10. Может быть, есть и в других операционных системах. В 7, по-моему, не было. Параметры ночного света. Так, ну, во-первых, можно поставить вот так, вкл. Вот. При включении этого параметра дисплей меняет цветность. Добавляется больше желтый цвет. Вот. Интенсивностью, собственно говоря, можно выбрать, как будет меняться цветность дисплея в ночное время. По сути, какое количество желтого цвета теплоты, так сказать, будет добавляться. Тут уже, так сказать, на любителя, но это 30, от 30 можно ставить, в принципе, некоторый эффект дает. И можно установить время, включить в 21 час, выключить в 7. То есть в темное время суток дисплей будет выглядеть немного неестественно, цвета будут выглядеть немного неестественно, то есть отдавать желтизной, но при этом более приятный для глазу. Опять-таки, если вы работаете с фотографией или видеоредакторы, то возможно вам такой режим не подойдет, так как он меняет цветность, немного неестественно становится цветность. Ну а если вы обычный пользователь для пользы там в интернете или с текстом поработать, то вполне себе годится. Все, на этом спасибо. Ставим лайки, подписываемся. До скорого.